Так, отходим, отходим. Отходим. Стойте, вы куда? Мне звонили из полиции. Девушка, не положено. Мне звонили из полиции. Нельзя. Пустите. Кира, это вы? Да. Пропустите ее. Власов Петр Евгеньевич. Борисов. Алексей Анатольевич, следователь. Присаживайтесь. Это вещь Анны Власовой. Как это произошло? Она упала с крыши. В 6 утра ее обнаружил дворник. Свидетелей нет. По всем признакам это самоубийство. Каким признакам? Поскользнуться или случайно упасть с крыши она не могла, там высокие ограждения. При себе у Анны была обнаружена небольшая сумма денег и ценные вещи. У нее могла быть с собой более крупная сумма? Нет, я не думаю. Убийство с целью ограбления отпадает. У нее были враги? Нет, нет. Нет, что вы, нет. А у вас? Я имею в виду серьезных врагов, которые бы могли пойти на убийство. Вы имеете в виду бизнес? Нет. Как видите, версий для убийства нету. Остается только... Нет, это невозможно. Мы договорились встретиться сегодня. И вот Аня прислала накануне. Привет, сестренка, жутко соскучилась. Есть супер новости, давай встретимся. Решите посмотреть. Спасибо, я учту это. Да, еще одно. Это было обнаружено у Ани в сумке. Это что? Наркотическое средство. Метамфетамин. Она его принимала? Наверняка сказать невозможно. Надо дождаться результатов экспертизы, но если это нашли в ее сумке, возможно, что да. Мы можем идти? Да. Идите. Если что-то прояснится, я вам сообщу. Вот моя визитка. Я могу что-нибудь взять из Аниных вещей? К сожалению, не положено. Это улики. А что вы хотели взять? Вот это. Игрушку? Угу. Спасибо. До свидания. Ген, где протокол? Здесь. Вот. Так, Гена, вот это слово пишется с двумя «Н» и через «О». Алексей Анатольевич, мы здесь расследованием занимаемся или правописью? Правописанием, Гена. Правописанием. И запомни, работа с бумагами – важная часть работы следователя. Переписывай. И игрушку вычеркни. Господи, чем я тебя прогневил, а? При чем тут ты, папа? Да, я слишком мало уделял ей внимания. Все работа, деньги, 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 деньги. Зачем она это сделала? Наверняка из-за этой дряни. Что-то тут не так. Да нет, все ясно, как божий день. Экспертизы не было, могли и подбросить. Боже, что я скажу вашей маме? Они теперь вместе.
Прости, Кирюша. Прости. Я поживу пока у тебя, ладно? Да, конечно. Найди все, что сможешь на ее отца. Враги, конфликты. Про семью все узнай. Дележ наследство, все такое. В общем, нарой все, что сможешь. Хорошо. Понял, Гена? Алексей Анатольевич. Вот почему ты меня постоянно Геной называешь, а? У меня старинное, красивое, грузинское имя. Папуна. В честь дедушки назвали, между прочим. А он был очень уважаемым человеком. С 20 шага, с закрытыми глазами, в муху мог попасть со своего старого нагана. А вы тут... При всем моем глубоком уважении к твоему дедушке и его старому нагану, я буду называть тебя Гена. Во-первых, мне так привычнее. А во-вторых, Гена – это от слова геноцвали. Так, Власова училась в университете на юрфаке. Сходи туда, узнай все, что сможешь. Скандалы, слухи, студенческие разборки. Короче, вот тебе список вопросов. Ответы мне нужны вечером. Хорошо, сделаем. Ну, я помчался, пока совсем поздно не стало, да? Давай. Погоди. Да. Обрати особое внимание на ее сестру Киру. Хорошо, сделаем. Кина свали. Ой, Кирочка, а мне сказали, что вас сегодня не будет. Ну что вы, Марья Михайловна, она здесь еще спит? Она скоро раньше меня вставать будет. О, в своей комнате рисует. Ой, вот это паёк. Ой, мне кажется, что вы тратите на это свои деньги. Я вам сегодня сварю рыбный суп, а на десерт запеканку. Но сначала надо сделать укол. Ну, надо так надо. А вы чем-то расстроены? Нет-нет, все в порядке. Марья Михайловна, вы извините, мне надо позвонить. Конечно, Кирочка, звоните, пожалуйста. Да, Кира Петровна, слушаю вас. Скажите, пожалуйста, есть какие-то новости? К сожалению, мне пока вам нечего сказать, но мы работаем. Сейчас едут в торговый центр осмотреть еще раз место падения и крышу. Кира Петровна, пришли результаты экспертизы. Аня употребляла наркотики. Значит, все-таки принимала. Я сейчас приеду. Вы дождитесь меня там. Хорошо? Хорошо. Мне надо ехать, Марья Михайловна. Не беспокойтесь, я все соберу. Поезжайте. А что такое? Куда вам нужно ехать? Вчера погибла моя сестра. Упала с крыши. Боже мой. Ну, если я... чем-то могу помочь, вы скажите. Спасибо. Если в ближайшее время мы не найдем какой-нибудь реальной зацепки, дело придется закрывать. Я сегодня была у Ани и нашла вот это. Перопромид. Что это? Это очень мощный препарат, относится к группе трициклических антидепрессантов. У нас его не достать. Антидепрессант. Но это только подтверждает мою версию о том, что
Кира, ты что? Что, ты с ума сошла? Отпустите. Привет, пап. Кира, ты где? Дома. Я сегодня была на крыше. Послушай, Кира, зачем? Следователь сказал, что дело закрыто. Оставь все полиции, они во всем разберутся. Пап, ну это же наша Аня. Да, Кирюш, это наша Аня, и у нас с тобой, кроме друг друга, никого не осталось. Я заеду с тобой. Продашь в этом сезоне, будешь сама носить. Добрый день. Здрасте. Скажите, у вас были в продаже такие платья? Да, были, но боюсь, что их больше нет. Стильная вещь, когда товар у меня в понедельник будет новый завоз. Давайте оставьте свой телефон, я вам обязательно отложу. Нет, нет, я не собираюсь его покупать. Жаль, это отличное платье, в модели ничего лишнего. Скажите, эта девушка купала его? У вас. Отлично помню. Эффектная такая, в настроении зашла. И вот даже бижутерию у нас купила. Знаете, у нее прекрасный вкус и симпатичный муж. А как он выглядел, этот ее муж? А, высокий такой, светленький, стрижка ежиком. А может, и не ежиком. А вы им кто будете? Это не она жена, это вы жена? Нет. Спасибо. О, Кира Петровна. А вы что тут делаете? Вы что, следите за мной? Я нет. Все вы взяли. Я вообще тут как частное лицо. Вот игрушку покупал, увидел вас. А вы, я так понимаю, самостоятельным расследованием занимаетесь, да? Просто увидел, как вы с продавцами в магазине общались. Ну вы же закрываете дело. Не проведя никакого расследования. А я свидетеля нашла, который видел Аню в этом торговом центре. И что он сказал? В тот день Аня была в этом магазине. Купила платье, бижутерию. Была весела. Была с мужчиной. Извините, Кира. Простите, а что у вас там? Эти фото я нашла у сестры в компьютере. Узнаете пейзаж? Узнаю. Фотографии профессиональные. Только как нам это поможет? Понимаете, не может женщина днем покупать бижутерию, фотографироваться в ней, быть в прекрасном расположении духа и этим же вечером прыгать с крыши. На самом деле женщина может 100 раз за день сфотографироваться, 200 раз улыбнуться, а вечером застать своего любимого в объятиях другой и прыгнуть с крыши. Поверьте мне, я такие случаи знаю. Да вы прям знаток женской психологии. Что будем делать дальше? Давайте мы с вами вот как поступим.
Вы пока ничего не предпринимайте, а я постараюсь найти мужчину, который был с вашей сестрой в день ее смерти в торговом центре. Если что-то будет известно, я вам позвоню, хорошо? Кира. А почему вы не замужем? Вас это не касается. Вы ведь игрушку тоже не напарнику покупали? Нет, жене. Ой, сыну. Вон оно что. Нет, вы меня не так поняли. Я с женой давно развелся, 5 лет назад. Мне пора. Жду вашего звонка. Сейчас разберусь. Вы кто? Социальный работник, семейный врач. Занимаюсь Настей и слежу за здоровьем Марии Михайловны. Вы кто? А я сын Марии Михайловны и отец Насти. И нам больше помощи соцработников не нужна, ясно? Да не дарите мою ногу, ты чертова дерево! А уберите эту ногу, понятно? И валите отсюда. Так, послушайте меня. Я буду приходить сюда каждый день, как и прежде. Вы меня поняли? Мария Михайловна. Ой, здравствуйте, Кирочка. Настенька. Все хорошо, это я, тихо. Иди сюда, моя хорошая. Моя девочка. Откуда он взялся? Да он уж 100 лет к нам носа не показывал, а сегодня утром пришел. Что ему надо? Пьет он сильно. Денег просит. А я не даю. А как я ему могу дать? На что мы с Настей жить будем? Я с ним сейчас поговорю. Не надо, я умоляю. Ему водки надо. Он выпьет, ляжет и заснет. Ну, водки ему точно не дам. Пускай проваливает. Да некуда ему идти. Видно, его очередная Квазимода выгнала. Я сейчас. Значит так. Многоуважаемый Игорь, как вас там? Михалыч. Михалыч. Я социальный работник, и вы мешаете исполнять мне мои служебные обязанности. Я вынуждена сообщить начальству, и они примут меры административного, возможно, уголовного воздействия. Ты понимаешь, что ты вот сейчас говоришь, да? Ты понимаешь, а? Не кричите, пожалуйста. Я могу кричать. Я нахожусь в своей квартире. Там мой ребенок. И моя мать. Ваша мама пожилой, больной человек. С Настей нужно заниматься. Да. И своим поведением вы травмируете родного ребенка. Вы это понимаете? А вы понимаете, что мы жили без ваших вот этих соцслужб. И дальше проживем. Ясно? Сами справимся здесь. О! Вот, слышите? Звонят. Вот это они. Они сейчас вам расскажут и про уголовную, и про административную ответственность. Про все. Тоже мне умная пришла. Старший лейтенант вступал. Полицию вызывали. Да, вызывал. Проходите. Знаете, такое творится. Я шаг ногой, а она, вот она, ворвалась, угрожала мне. Ворвалась в квартиру с каким-то липовым удостоверением, начала угрожать мне, заперла мою мать в комнате, заперла дочь и начала вымогать у меня деньги, вы понимаете? Игорь Михайлович, спокойно. Что? Я спокоен, я нормально все рассказываю, это по факту. Требовала у меня деньги, я не дал, она пырснула мне баллончиком в глаза. Вот посмотрите. Так, спокойно, разберемся. Красные глаза, абсолютно. Да, у нее баллончик в сумочке. Проверьте сумочку, сходите, проверьте. Скажите, пожалуйста, свою сумочку и документики приготовьте. Вот так. Ага.
И вы тоже. А я-то при чем? Я пострадавший. Для протокола. А, для протокола? Да, надо. Усаживайтесь. Вот, сейчас вот. Сейчас с тобой разберутся и административно. Спасибо, Алексей Анатольевич. Но папе не обязательно было звонить. Нет-нет, вы все правильно сделали, господин Борисов. Спасибо, что позвонили. В следующий раз, когда вам захочется спасти наш мир от глобальной несправедливости, вы предупредите меня заранее. Я вам с удовольствием помогу. А что с девочкой? Это называется мутизм. Последствия психологической травмы. У Насти мама погибла. И с тех пор она не говорит. Понятно. Печально. Кир, иди в мою машину, а ключи от своей отдай, Миш. До свидания. Я надеюсь, на этом все закончится. Ну, это будет зависеть от намерений этого, так сказать, потерпевшего. Скажите, а ваша дочь всегда такая принципиальная? Не то слово. Ну, еще раз спасибо. И до свидания. Всего доброго. Я не понимаю, зачем тебе это богадельня. Устроила себе добровольное наказание. Это не богадельня, папа, это моя работа. Работа? За 10 тысяч в месяц? Работа. Может быть, вернешься в клинику? Я нашла свое место, не собираюсь никуда уходить. Нет, я не понимаю, что это. Нереализованный инстинкт материнства, постоянное желание заботиться о ком-то. Ну так подумай тогда о семье, о детях. Пап, не начинай, а? Снова лиц не видно. К ним надо людей послать на проверку. Вот эти камеры все работают на основной зал, а вот в магазине ни одной. Вот здесь, здесь и здесь. Крути еще. Алексей Анатольевич, уже поздно. В метро меня ждать не будет. Закроется. Ну, может, я... Гена, не ной. Знаю, какое метро тебя ждать не будет. Я тебя потом на служебке докину. Давай, покажи мне кафе, очень надо. Вот. Стоп. Вот это увеличу. Вот это максимум. И так лицо размотай. Ага. Спасибо, Ген. Ладно, поехали. Ой-ё. Да, с парковкой у вас сегодня явно не заладилось. Думаю, вы нагло влезли и подставились под мою машину. Типа давно не был в родном автосервисе. Черт. Да не убивайтесь так, моя машина застрахована, вам все оплатят. А знаете ли вы, что страховые компании выплачивают стоимость поврежденных деталей с учетом износа? А так как технический возраст моего авто равен 14 годам, то методом несложных математических вычислений можно определить, что я за это уплачу. Я, собственно, не получу ни копейки. Хорошо, я сама все оплачу. Сколько я должна? Ну, я не знаю. Я должен съездить в центр, в сервис, там посчитают. Вот моя визитка. Когда сделаете, позвоните. А вы работаете в социальном центре? Это что-то меняет? Да практически все. Я же тоже там работаю. Я вас раньше не видел. У меня сегодня первый рабочий день. Тогда с почином. Спасибо, Кира Петровна. Да, не забудьте взять чек в автоцентре. Николай Александрович, эта семья у нас на срочном социальном обслуживании. Нужно носить продукты, каждый день делать уколы. Марья Михайловна пожилой человек, она не в состоянии управляться по дому, понимаете? Кира Петровна, голубушка, ну вот я все понимаю. Но у нее есть трудоспособный сын. Он алкоголик. А Насте? Ребенок не может находиться в подобных условиях. Его надо лишить родительских прав.
А вот это не нам с вами решать. Слава богу. Ну, вот у нас огромный список срочников. Ну, вот вам есть чем заняться, господи. Ну, почему я должен каждому объяснить? А что-то вы делаете? Пишу заявление об уходе. Да вы понимаете, что я ничего не могу сделать? Вы можете. Ну, он подаст иск. Вы можете подать встречный. А вот это уже скандал. Нам такая антиреклама не нужна. Тогда подписывайте заявление. Ну, Кира Петровна. Подписывайте, подписывайте. Ладно, я подумаю. Подумайте. Я вот это не подпишу! Кир, ну не расстраивайся. Кир! Ну, боже мой, дались тебе эти Соловьёвы. У тебя и так вон подопечных Вера Борисовна, потом эти как они? Колывановы. Колывановы, вот. Им не нужно ходить каждый день. А тут ребенок. Настя уже делает успехи. Если сейчас не прекратить заниматься, она снова замкнется. Кира Петровна, знакомьтесь. Марк Витальевич Курский, наш новый юрист и ваш спаситель. Спаситель? Именно. Марк Витальевич любезно согласился помочь, хотя это не входит в его прямые обязанности. В общем, я ввел его в курс дела, а теперь передаю вам. Все. Будем знакомы, Марк Витальевич. Машенька. Извините, если вы не против. Вот так вот. Что я делал? А, я уходил. Ухожу. Ну и как мы будем меня спасать, Марк Витальевич? Положитесь на меня. Кира Петровна, если вы не возражаете, может, не стоит откладывать дело в долгий ящик и поехать прямо сейчас? А у вас, я тут как посмотрю, почти уголовные разборки. А я думал, болото потянутое резко. Зачем же пришли к нам работать? Я сам себя часто спрашивал. Скажи мне, друг Марк, что ты делаешь с своим именем римских императоров и таким же волевым характером в этой заводе социальной работы? И что же вам ответил ваш друг Марк? О, заулыбались. А сначала вы показались мне такой... Какой? Ну, колючий такой, что я прям даже оробел. У магазинчика, пожалуйста, притормозите. Спасибо. Не совсем, а стратегический ход. О! Талисман? Как звать? Просто Заяц. Привет, просто Заяц. Я Марк. Надо. Так, а тебя я сейчас вообще с лестницы спущу, понятно? Тихо, тихо, тихо. Игорь Михайлович Соловьёв. Безработный, бесквартирный, социально неадаптированный элемент. Че это я бесквартирный? Я юрист Центра социального обслуживания Марк Курский. Хоть сам папа римский. От меня что надо? Если вы не хотите получить того, чего вы можете получить, и при этом ничего не теряет, мы с Кирой Петровной можем и уйти. Что-то я вот сейчас вообще не понял. Ванька Жуков какой-то. Мы поговорим об этом в квартире. Кира Петровна, проходите. Алло, она куда? Налево, направо. Кирочка. Марья Михайловна. Кирочка, а мы уж думали, что больше вас не увидим.
Ну что вы, я вас не брошу. Спасибо. Он обижал вас? Да нет. Напьется и спит целыми днями. Простите, пожалуйста, мы с вашего позволения оставим вас ненадолго. Нам нужно кое-что обсудить с Игорем Михайловичем. Есть что обсудить, Игорь Михайлович? Да-да-да, конечно. Проходите, проходите сюда. Спасибо. Извините. А куда это они? Вы не переживайте, Марья Михайловна, это наш юрист. Все будет хорошо. Да? Правда. Здравствуй, солнышко. Смотри, что я тебе принесла. Иди водички принеси. Он ведь не всегда такой был. Они вместе были, когда Лена погибла. Вот он и винит себя. Ну и запил. А как же Настя? А что Настя? Он у меня дальнобойщиком работал. 2 дня дома, а месяц колесит по стране. Ну, и она и не привыкла к нему. Он, бывало, ей какую-нибудь игрушку привезет, а она за материну юбку прячется. Ой, а как Леночка погибла, она и вовсе как воды в рот набрала. Молчит. Ой, бедное дитя, бедное дитя. Успокойтесь. Все будет хорошо. Она вам еще Пушкина вслух читать будет. Ну что, давай рисовать? Так. Поздравляю вас, Игорь Михайлович. Вы только что стали клиентом нашего социального центра. Ручку не забыл. Благодарю. Еще немножко от меня. Если ты, сволочь, еще раз тронешь свою мать, я тебе такую неустойку выкачу. Ты будешь дни свои заканчивать в тюрьме. Ты меня... Мы ведь правильно поняли друг друга? Поняли. Кира Петровна, не волнуйтесь, не беспокойтесь, проблема уважена. Вы уверены? Все. Все будет в порядке. Все в ажуре. Не беспокойтесь. О чем-то он? Маленькая профессиональная тайна. Но вам я ее готов раскрыть. По дороге. Нет, я не могу. Остаюсь. Мне нужно с Настей позаниматься. Так что извините, не могу подвезти. Тогда до встречи. Всего хорошего. Марк Витальевич. Да-да. Спасибо вам. Ну что, пару пустяков? Ну, как сказать. Кира Петровна, могу ли я вас пригласить сегодня на ужин? Попробуйте. В общем, Игорь сначала сопротивлялся, но мой стратегический ход сработал, и проблема ему показалась не столь существенной. Так что все сработало. Ну, я бы не стала доверять его обещаниям. Вы не забывайте, что он все-таки алкоголик со стажем. А я тоже юрист со стажем. И мы с ним заключили письменное соглашение. В случае его нарушения... Кир, привет. Мы знакомы? Кир, ну это же я, Люся. Ты что, мне не помнишь? Нет. Я была у вас в прошлом году, у Ани на дне рождения. Я ее однокурсница, помнишь? Припоминаю. Вас я тоже где-то видела. Девушка, вы ошибаетесь. Кир, в общем, мне жаль, что Аня... Ну, ты понимаешь. Она вроде нормальная была. Ладно, пойду. Извините, я на минутку.
Люся, ты когда видела Аню в последний раз? Я давно. С кем она дружила, знаешь? Без понятия. Люсь, мне нужно знать о ней все. Спохватилась. Все о человеке не может знать даже Господь. Мне важно знать, кто был ее парень. А мне не нужны приключения на задницу. Так что прощай, подруга. Ты что, обкурился? Я сейчас охрану позову. Это бриллианты. Назовешь имя, серьги твои. Спроси у Антона, он должен знать, с кем его подруга по клубам зажигала. Вторую давай. Ладно, Антон фотограф. Мы с ним спали раньше, потом он на твою сестру переключился и бросил меня. Все. Это он, а не поставлял наркотики? Может он, а может и нет. Они вместе по клубам тусили, а там достать дури не проблема. Номер телефона есть? Удалил я его из телефона и из жизни. Ты мне отдашь вторую или как? Вспомнишь номер Антона, позвони. Аня была очень жизнерадостным человеком. Я не верю, что это самоубийство. А что говорит полиция? Закрывают дело. Мне кажется, ей кто-то помог. Та девушка в ресторане, Люся, рассказала, что они с Аней не поделили парня. А вдруг это он, мне надо его найти. Ну, логичнее подозревать эту девушку. Они соперницы, там мотив есть. Простите. Давайте сменим тему. Да, да. Расскажите о себе. О себе? Все прозаично, достаточно и тривиально. Воспитывался в детдоме, оттуда меня забрала бабушка, мамина мама. Потом, чтобы я выучился, она продала дом. Я поздно узнал об этом, закрутился в городе и приехал к ней уже. Помните, как у Яшина? Нет отчима, и папа умерла. Спешите делать добрые дела. Кир, у меня к вам предложение. Давайте на «ты». Перейдем. Давайте перейдем. Ты Кира. Ты Марк. Доброе утро. Девочки. Вы уже были в автосервисе? В автосервисе я не был. Я решил продать машину, а на вырученные деньги купить вот это. Не смею вас больше задерживать. По городу передвигаться ну, будете? Что, опять на «вы»? Не привыкла еще. А ты как? Своих двух буду передвигаться или на метро, так экономнее, так быстрее и вообще. В принципе, так быстрее и дешевле. Садись, подвезу. А где ты учился? На юридическом, в универе. В нашем? Да. Моя Аня там тоже училась. А ты гораздо старше, не мог ее знать. Кира Петровна, вы могли бы к нам подъехать? Надо уладить кое-какие формальности. Какие? Мы закрываем дело. Нет, не торопитесь, пожалуйста. Я заеду, у меня есть для вас информация. Хорошо.
Марк, высажу тебя здесь. Мне нужно в другую сторону. Не вопрос, я понял. Все, спасибо. Простите, Бугарази Алексей Анатольевич, но я не отниму у вас много времени. Я знаю, с кем была Аня в тот день. Его зовут Антон. Он профессиональный фотограф. Возможно, именно он сделал тот снимок. У Ани с ним были отношения. Вчера встретила подругу Ани, она про него рассказала. А, как зовут подругу? Люся. Как фамилия, не знаю, но они с Аней однокурсницы. Так, а она сказала, как можно найти этого Антона? Нет, не сказала, обещала позвонить, если что-нибудь узнает. Вот, отлично. Когда она вам позвонит, вы мне сообщите. Хорошо, я не буду закрывать это дело, но у меня к вам просьба, Кира Петровна. Не предпринимайте, пожалуйста, никаких шагов без моего ведома, хорошо? Договорились. Вот. Спасибо, что выслушали. До свидания. Гена, тебя где носят? Я здесь был, рядышком. Вот. Все, садись, работай, надо чека пробить. Пробьем. Какие проблемы? Бездельник! Я? Нет, я! Молодец. Кто-то заслужил вкусненького. Заслужила. Ой, Кирочка, я вам так благодарна. Я давно не видела Настю такой счастливой. Я ее очень люблю. Как Игорь? Ой, вчера пришел абсолютно трезвый. Принес Насте гостинец. Я даже не помню, когда это было последний раз. Вот и славно. Может, все наладится в его жизни. Ой, дай-то Бог, дай-то Бог. Звоню. Тебе напарник еще нужен? Да? Да. Хорошо, да. Буду ждать. Да, давай. Ага, давай. Спасибо. Люся, это, получается, Людмила Петруничева, однокурсница. Тоже из мажоров? Нет, она из Рязани, живет в общаге, ну, учится так себе, 7-8. Постоянные хвосты. А мы же это дело закрываем. Нет, Гена, не закрываем. Открылись новые обстоятельства. Алексей Анатольевич, ну, я же себе все ноги уже стер по колено. Столько бегал, никто ничего не знает. А ты попробуй не просто бегать, а думать, анализировать и изучать новые материалы дела. Пап, я дома! Привет, Кирюш. Я здесь. Привет. Ты бы пообедал сначала. Ну что, у тебя новые подопечные? Рассказывай. Нет, те же. Соловьёвы.
Вот как. Все уладили у нас. Новый юрист. Способный парень, вот он все и уладил. Это из-за него ты вчера не пришла домой? Нет, пап, не из-за него. Да? Алло, Кир, привет! Здравствуй, Люся. Кир, если ты хочешь поговорить с Антоном, то приезжай. Куда? Он в клубе с какой-то новой уже. Говори адрес. Клуб Максимум Джой, адрес. Я знаю. Дождись меня там. Ему ничего не говори. А вот еще, Кир, только это, серьгу вторую не забудь. Я свое дело сделала. Что-то случилось? Я уеду ненадолго. Так поздно? Нужно встретиться с одним человеком. С юристом? Я тебе потом все объясню, ладно? Не волнуйся. Хорошо. Нет, руки. Руки убери. Кира Петровна, все в порядке? Что надо? Все в порядке. Нам нужно поговорить с тобой, Антон. Откуда вы знаете мое имя? Вы кто такие ребята? Следователь прокуратуры Алексей Борисов. Ясно. А в чем дело? Вы знакомы с Анной Власовой? Да, мы встречались раньше. Я Кира Власова, ее сестра. Да я ее не видел уже 2 месяца, мы расстались. 2 дня назад вы вместе были в торговом центре. Кто вам такое сказал? Камера наблюдения. Ну? Был! Да, был. Вот хорошо. Это кто это? Люся вам такое сказала? Дура. Я с ней вообще не встречался, мы так тусили иногда. Люся сказала, что из-за него не вместе. Ну, я не знаю, она может так думает. Это ее личное право. Почему вы с Аней расстались? Ну, почему? Ну, как бывает у людей. Сначала все было хорошо, потом стало все хуже. Стали редко видеться. Потом у нее появился этот. Этот кто? Андрей, кажется, его звали, я не помню. Ну, в общем, она пришла ко мне, говорит, я его люблю, мне с ним хорошо. Давай станемся друзьями, так будет лучше для нас обоих. Что за Андрей? Ты с ним знаком? Нет, я не знаком с ним. Так пару раз видел их вместе. Опознать сможешь? Да, думаю, смогу. У меня неплохая память на лица. Ну все, я, наверное, пойду. Тебя еще никто не отпускал. Да он ее, наверное, и подсадил на наркотики. Я здесь ни при чем. Она когда со мной была, на 2 глотков пива выпить не могла. Вы про наркотики мне сейчас рассказываете. Что вы с ней делали в торговом центре? Да что мы делали? Она позвонила, чтобы я пофоткал ее на крыше. Она любила всякие необычные места. Я приехал, пофоткал, все. Дальше? Да что дальше? Спустились в кафе, я слил фотографию на флешку, уехал. Что она собиралась делать? Какое у нее было настроение? Да я не знаю, какое было настроение. Нормальное, обычное настроение. Я был уставший, со съемки. Я не помню. Ладно. Завтра утром придешь ко мне в прокуратуру. С какой радостью? Не, я могу сейчас тебя арестовать. По подозрению в соучастии.
Завтра утром. Жду. Если еще что-то вспомнишь, позвони. Что, сбежать хотела? Нет, что-то. А твой сегодняшний кавалер ничего так. Ты следователь, Люся. Следователь? Смотри, если что, я ничего не знаю. Зачем вы его отпустили? Кира Петровна, а что я ему предъявлю? Да не переживайте вы, придет он завтра. Вы считаете, что он причастен к смерти вашей сестры? Я не знаю. Вас подвезти? Тогда или нет? Нет, спасибо. Я пешком пройдусь, я тут. Как хотите. Загляну обязательно. Привет. Здравствуйте, доктор. Здравствуйте. Как она, говорить может? Она в шоке. Сильное сотрясение мозга. Люся, вы меня узнаете? Что с вами случилось? Я выходила из клуба, а он выехал на асфальт прямо на меня. Дальше я не помню. Вы запомнили машину? Нет. Люся, это был Антон? Я не помню. У меня очень болит голова. У тебя что? Тормозного пути нет. Водитель был или пьяный, или специально наехал. Есть свидетель наезда? Свидетелей тоже нет. Отвезите меня в больницу. У меня болит голова. Доктор, вы повезете ее в больницу скорой помощи? Да. Поместите ее в отдельную палату. Она вам важна как свидетель. Хорошо. Гена, позвони главврачу, предупреди. Поехали. У вас замечательные коллеги. Вот и готов наш жираф. Похож? Скорее, это слон с очень длинной шеей. Ну, разве у слона бывают такие пятна? Да, ты прав. Это слон, у которого ветрянка. Ну, что вы пристали к молодому человеку? Он так старался. Мария Михайловна, Кира права. Это какой-то недоделанный жираф. Надо съездить в зоопарк, освежить. Вот, поезжай. А если мы поедем вместе? Сейчас? А почему нет? У меня свободное время, как у тебя? Мария Михайловна, вы не против? Да что вы, я буду только рада, Марк. Решено. Едем в зоопарк. То же самое. Так, Гена, надо поставить людей у дома, у студии, пройтись по ночным клубам. Все, ушел Антон. Почувствовал что-то неладное и ушел. Вот почему его отпустил? Слушай, если ты такой умный, почему тебя с предыдущего места работы турнули? Делай, что сказал. Не турнули меня. Сам ушел. Зря вы так, Алексей Анатольевич. Разрешите идти? Иди. Thank you.
Аля, оп. Замри. Что? Кир, не надо меня снимать, пожалуйста. Я с детства фотофобия. Боюсь камер, ничего не могу с собой поделать. Прости. Послушай, ну это много, еще простудится. От мороженого никогда в жизни. Это же лучшее лекарство от всех болезней в мире. Потом мы будем есть маленькими ложечками и очень аккуратно, да? Вот так. Готова признать, что твой жираф был не так уж и плох. Спасибо за праздник. Ну, признаться честно, я тут не без корысти являю мальчика Паньку. Какая же корысть тебя снедает? Пытаюсь заслужить право на еще один ужин с тобой. Считай, ты его заслужил. А что с твоим детством? Ну, мое детство, похоже, было на сказку. Папа с Аней нас всегда баловал. Его отпуск мы ждали больше своих каникул. Часто ездили куда-нибудь за границу. Меня из-за этого даже в школе недолюбливали. Правда? Да. Я стала скрывать от друзей, что была в какой-нибудь Германии. Почему скрывать? Потому что училась в обычной школе, и мало кто из сверстников бывал дальше деревни. Да и времена были тяжелые. Это правда. За времена. А я помню, страшно завидовал соседу, у него была настоящая иномарка. А я не понимал, почему мне так не повезло с родителями и один раз проколол на машине. Господи, какие глупости я тебе рассказываю. Я жутко завидовала одноклассникам, которые приезжали в школу на трамвайчике. Представляешь? Умоляла маму хоть раз в нем прокатиться. Меня ведь привозили и забирали на машине. Скукотища. Это из моего любимого фильма. Там еще играет Ран Канера. Да. Тоже любишь старые фильмы? Как он называется? Как же... Ты знаешь, как называется? Сейчас не вспомню, но старые фильмы люблю. Пошли потанцуем? Нет, Марк, я 100 лет не танцевал. А я 200. Вас не разбудил? Нет. Что случилось? Люся в больнице. Ее сбила машина. Она жива? Да.
жива. Мне кажется, это неспроста. Дело в том, что Антон не пришел сегодня на допрос. А что Люся говорит? Она пока ничего не говорит. Мы ищем Антона, но он как сквозь землю провалился. Я хочу поговорить с Люсей. В какой она больнице? Она в больнице скорой помощи. Но сегодня уже поздно. Давайте заедем к ней завтра. Скорой помощи. Хорошо. Тогда до завтра. Кто это? Борисов, следователь. Что хотел? Помнишь девушку в ресторане? Ее сбила машина. А он часом на тебя не запал, Кира Петровна? Ты что, ревнуешь, что ли? Молилась ли ты на ночь без демона? Пап, прости, я дома осталась. Послушай, ну ты бы хотя предупредила. Мы же договаривались, что ты поживешь у меня какое-то время. Ну, так получилось. Но сегодня ты приедешь? Приеду. А ты не хочешь мне ничего рассказать? Расскажу, когда пойму. Все хорошо, пап. Прости, нужно собираться, опаздывай, позже тебе позвоню. Ну, пока. Люся, Люся, это я, Кира, ты спишь? Кира Петровна, мы с вами договорились вместе пойти в больницу. Почему вы не дождались меня? Люся могла сказать мне то, о чем при вас не осмелилась бы. Вы понимаете, что в палате мог быть убийца? И вообще, вы меня страшно напугали. Скажите спасибо, что я вас нашел в палате, а не кто-то другой. Иначе у вас сейчас была бы куча проблем. Ну, за то, что испугал, извините. Вы... Я вам звонил вчера вечером. С кем вы были? Послушайте, вы, по-моему, переходите всякие границы. Кира Петровна, я веду следствие по данному делу. И любая незначительная деталь может иметь значение. Моя личная жизнь никого не касается. Я была с мужчиной. Его зовут Марк, юрист. Мой коллега, хороший юрист. Вы удовлетворены моим ответом? Вполне. Гости князю поклонились, вышли вон и в путь пустились. Кира Петровна... Тихо. Настя спит. Да. Присядьте, пожалуйста. Мне надо поговорить с вами. Я вас слушаю, Игорь Михайлович. Кира Петровна, я хотел бы извиниться. За что? Ну, за то, что вот вы все это видели, что вы столкнулись с этим. Я виноват, правда. Давайте забудем эту историю.
Давайте забудем. Я очень благодарен вам за то, как вы ухаживаете за мамой, за Настей. Я честно благодарен. Я просто сейчас не располагаю финансами. Я бы отблагодарил что, вас. Что вы говорите? Я очень люблю вашу семью. Да, я это вижу. Я вот бегал весь день, документы собирал. Завтра улетаю в Красноярск работать. Да, мне напарник нашел работу. Прекрасные новости. Да, буду теперь вкалывать, как Стаханов, ради мамы, ради Насти. Надеюсь, у вас теперь будет все хорошо. Я тоже надеюсь. Ну что, пойдем на кабанчика, поохотимся? Не, я на охоту пас. Вот на рыбалку с удовольствием. О, рыбалка это супер. Моя Ира такую уху варит. Возьмем ее с собой. Ира? Ну? У тебя же Наташа была. Наташа. Это Наташа с моей Ирой вообще ни в какую. Ну, Ира. Она вот, свидетельница была по делу Колчева. Ну, вы помните, вот это вот парик. Слушай. Ну? А чем ты их берешь, Ген? Генами. Деда пошел. Понимаете, в этом вопросе главное сосредоточиться, правильные фразы, пару комплиментов, букет цветов, Яна твоя. А? Как просто у тебя все получается. Ты когда-нибудь влюблен был? Да. Был. А вы знаете, какие красивые девушки в Грузии бывают. А она мне до сих пор снится. А почему не женился? Так получилось. Ну что, когда на рыбалку? Вчера. Здравствуйте. Мне Кира Власова нужна. Кирюша? Да, это я. А это вам. Распишитесь, пожалуйста, здесь. Здесь? Да. Хватит. Спасибо. Все? Да. Добрый вечер. Здравствуйте. Алексей Анатольевич, вы извините, но у меня очень мало времени. А, да-да. Конечно. Кира Петровна, вы сегодня прекрасно выглядите. Даже на себя не похожи. Извините, я ерунду ляпнул. А кто вам цветы подарил? Друг. Вы меня пригласили расспросить о личной жизни? Да. Ой, то есть нет. Хорошо, я вас слушаю. Может, кофе? Нет, я тороплюсь. Меня такси уже ждет. Спрашивайте. А вы не на машине? Нет. Я еду в гости. А, в гости? Так что же я вас задерживаю? Выезжайте. Вас проводить? До такси? Алексей Анатольевич, с вами все в порядке? Извините, я...
Я потом, в следующий раз. Пойду посмотрю, что там с горячим. Ну что, впечатляет? Впечатляет. Все со вкусом, все здорово. Послушай, Марк. Если вы про Киру, то не волнуйтесь. Я не хочу ее обидеть. Это правильно. Если ты будешь пудрить Кире мозги, я тебя уничтожу. Если нет, помогу. И у тебя будет такой же. Уяснил? Уяснил. Но мне не этого надо. Пойдем-ка в дом без серебряника. К тебе просьба. Слушай, Петр Ильич. Понимаешь, после того, что случилось с Аней, Кире нельзя оставаться одной. Я понимаю. Но это не так просто сделать. Она упрямая с детства. А с деньгами у тебя, по-моему, не густо. Да, я не жалуюсь. Это хорошо, что не жалуешься. Вот, возьми это на первое время. У меня и есть деньги, Петр Евгеньевич. Хорошо. Будем считать, что это аванс. Аванс за что? Хочу взять тебя на работу, а это подъемный. Вот вы где. Да. Показывал коллекцию трубок Марку. Да. Прошу к столу. Хорошо. Спасибо. Пошли. Пошли, пошли. Проходите. Хорошо. Как тебе папа? Ну, замечательный, волевой, сильный мужчина. Деньги не предлагал? Предложил работать у него. Любит тебя очень, волнуется за тебя. Что он еще говорил? Про сестру говорил. Не хочет, чтобы ты лезла в это дело. Папа в своем репертуаре. Кира, а может, он прав? Я думала, ты меня понимаешь. Я понимаю тебя, я пытаюсь тебя понять, но и пойми нас, мы волнуемся за тебя. Вот у этого дома молодой человек, остановите, пожалуйста. Спасибо. Лунёв, ты что ли? Вы ошиблись, у меня другая фамилия. О, ради бога, извините, я... Вы просто так похожи на моего одноклассника, прямо одно лицо. Вы ошиблись. Много похожих людей с одинаковыми лицами. Даже есть теория, я вам потом расскажу, возьмите. Вы извините. Ничего страшного. Кира, пошли. Будьте здоровы. До свидания. Погоди, кажется, Сережку обронила. Что-то потеряли? Да, Сережку обронила. Скажите, а как звали вашего одноклассника? Андрюха Лунёв. Ну, я понял, что это не он. Он-то и пощуплее, и заикается. А тот побольше вроде был. Кира! Ну, извините. Я... Нашла. Нашла. Алло. Кто это? Это Антон. Надо встретиться.
Антон, тебя ищет полиция? Да я знаю. Слушай, это не я, я могу все объяснить и показать. Что ты мне покажешь? Я нашел себе фотографии, на которых Андрей с Аней. Ты должна увидеть их. Ты где? Я сейчас в клубе. Здесь много людей, он здесь мне ничего не сделает. Здесь мне безопасно. Он там? Нет, я его не видел. Послушай, это не я сбил Люсю. Я боялся, что подумают на меня, поэтому решил залечь на дно. Приезжай быстрее, а? Хорошо, оставайся в клубе, я скоро буду. Детектив опять звонил. Что случилось? Не надо срочно ехать. А погоди, я с тобой. Я еду с Борисовым. Алло, Алексей Анатольевич. Это Власова. Извините за поздний звонок. Я только что звонил Антон. У него есть фотография Андрея. В клубе. Хорошо, я за вами сейчас заеду. Погоди минуту, я оденусь, покурю и поедем. Нет, Марк, ты никуда не поедешь. Почему? Марк, я еду с Борисовым. А если это ловушка? Останься дома, пожалуйста. Я тебя очень прошу. Это моя история. Я не хочу, чтобы ты вмешивался. Как же тут увидишь? Темно было. В пиджаке он был в черном. Лица я не видел. Да пару минут прошло. И я захожу, а тут кровища, вот Антоха. Сумка, скорее всего, от фотоаппарата. Но самого фотоаппарата нет. Ну не могли же они его из-за фотика прирезать? Надо пойти камеру наблюдения посмотреть. Вас отвезти домой. Все в порядке, Алексей Анатольевич, не волнуйтесь, я доеду. Уверена? Уверена. Кира Петровна, я вам завтра позвоню. Случилось? Завтра расскажу, давай спать. Сахар? Есть сигареты? Очень хочется курить. Есть. В пиджаке. В правом кармане.
Нашла? Нашла. Что? А зажигалка где? Я сам скажу. Ничего, курить расхотелось. Все в порядке? Так что сегодня ночью было? Ничего. Не было его, сбежал, наверное. Уйдю. У меня же срочное дело, встреча через полчаса. Забыл. Прости, пожалуйста. Не получится сегодня с тобой позавтракать. Иди, конечно. Алексей Анатольевич, Власова, спасибо, все хорошо. Не могли бы проверить одного человека? Пишите. Марк Курский. Учился с Аней в одном университете. Моего возраста, кажется. Есть фото, могу выслать. Спасибо. Жду. Марк Витальевич, здрасте. А вы без Кирочки? А я, Мария Михайловна, мимо проходил, решил Настю навестить. А, ну, конечно, проходите, дорогая. Спасибо. Пожалуйста. Да, Алексей Анатольевич. Какой студент в университете никогда не учился? Я показал фотографию вашего Марка декану. Он опознал друг другого человека. Его зовут Андрей. Андрей Лунев. Кажется, это он. Умчался утром. Почувствовал, что я догадалась. Хорошо, буду ждать вас дома. Я уже раз 10 звонила. А я знаю. Ты знаешь, я все знаю. Думаешь, я совсем дурак? Я надеюсь, что ты тоже не дура. И сейчас ты тихонечко спустишься вниз. Сядешь в свою машину. И мы поедем кататься. Кто мы? Я, ты и Настя.
Марк, успокойся, пожалуйста. Я спокоен! Я спокоен, как никогда! А вот ты, по-моему, нервничаешь, моя родная. И себе советую тебе поторопиться и спуститься к машине прямо сейчас. И только попробуй позвонить папе или Борисову. Нам с Настенькой это очень не понравится. Конец связи. Привет, Кира Петровна. Прокатимся? Поехали. Что тебе надо? Ввиду того, что ты расстроила все мои планы, мне нужно будет придумывать какую-то историю. Ну и понадобится для этого маленький капитал. Денежка. Телефон сюда. Куда мы едем? Прямо. Пока. Алло, Гена, срочно. Всем постам ДПС. Ориентировки на машину Власовой. Задержать, да. И всем ППСникам на Лунёва ориентировки. Давай, поехали. Давай, давай. А едем мы, дорогая Кирюша, в гости к твоему папочке. Его нету на работе. А я знаю, так даже лучше. Я не знаю, где у него лежат деньги. Все ты знаешь! Все ты прекрасно знаешь. Давай не будем ломать комедию. Все из-за тебя. Я же хотел нормальной жизни. Хотел нормальных отношений. Хотел жениться на тебе. Детей и всю фигню вот эту вот. Но нет. Тебе надо было копаться. Тебе надо было все выяснить. Выяснила? Ты выяснила? Молодец! Теперь буду выяснять я. Мы тебя здесь подождем, иди. Иди, иди, я тебе доверяю. Сиди.
что так не густо? Это все, что было. Врешь? Ну, ладно, я не жадный. По крайней мере, не такой, как могло показаться. И ребенка отпусти. Отпущу. Позже. Садись назад. Прошу. И без фокусов. Где была замечена? Понятно. Она едет к отцу в поселок Озерки. Так, ты быстрее доберешься? Бери ребят, идите к Власову. Все, Гена, времени нет, потом объяснишь. Давай. Ваня, жми. Как можно сохранять хоть какое-то уважение к себе, если мы не пытаемся быть лучше, чем мы есть на самом деле? Бернард Шоу. Красиво, а? Как тебе мой трюк с фарой? По-моему, гениально. Нет? Ух, если бы вы мне не помешали все. Особенно ты. Господи. Зачем вам лезть было? Не понимаю. Все остальное становится явным. Марк. Или Андрей. Как тебя там? Зачем ты убил мою сестру? Она сама себя убила. Это ты ее присадил. Я ей только дал попробовать. Она попросила еще и еще. Ох, дурочка глупенькая. Сколько сил я на тебя потратил, сколько денег, сколько времени. Господи,
то сойдемся давай, то давай разбежимся. То любит, то не любит. Надоел. Я же и тогда на крыше предложение делал. Она надо мной посмеялась. За это ты ее убил? У тебя нет души. Что ты знаешь о душе? Она у меня светлее, чем у вас в раз 200. Тебя когда-нибудь били? Так, без причины. По 3 раза на дню. А? Запирали в сарай с крысами? Без капли воды, без крошки еды. Что приходилось пить собственную мочу. Мы тебе ничего не сделали. Знаешь что, помолчи, а не то отправишься к праотцам раньше времени. Ты меня все равно убьешь. На трамвайчике она покататься решила, принцесса сразу. Дерьмо за старичками убирать. А зачем? Зачем, скажи, зачем? Чтоб все сказали, какая ты хорошая, какая ты добрая и красивая, да? Да вы все наркоманы, ищущие свою дозу одобрения. Или, может, вы грехи своих отцов заманиваете? Мой отец тебе ничего не сделал. Вы такие же, как они! Такие же. У вас все есть, вы же рубитесь. А таких, как я, насилуют нажратые в задницу преподавателя. Вот это видела? Вот это. Это мне от папочки досталось. Наследство. На память. Подарок. Послушай, Марк. Это ты меня послушай, моя хорошая. Помолчим и послушай. Как вы мне все надоели, сколько я повидал. Кровь, пот. Проснулся однажды и сказал себе, ты выкрапкаешься. Я выкрапкался. Я сам. Я сам! Потому что я не такой, как вы. Я заслужил свой кусок счастья. Недорого ценю. Я громкие права. Коих ни одна кружится голова, я не ропщу о том, что отказали боги. Мне в сладкой участи оспоривать налоги. Или мешать царям друг с другом воевать. И мало горя мне. Свободна ли печать, морочит толуков. Или чуткая цензура в журнальных замыслах стесняет Балагора. Все это, видите, слова, слова, слова. Иные. А лучшие мне дороги права. Иная. Лучшая потребна мне свобода. Зависеть от царя, зависеть от народа. Не все ли нам равно? Бог с ними. Никому отчета не давать. Себе лишь самому служить и угождать для власти, для ливреи не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи. По прихоти своей скитаться здесь и там, девясь божественным природы красотам и при создании искусств и вдохновения. Трепеща радостно.
Да. Осторожно. Опа. Да, хорошо. А вот и мы. Ген, ты что, с ума сошел? В смысле? Почему Настя до сих пор здесь? Вези ее домой. Так она сама меня попросила привезти к Ире, вот я и привез. Что ты мне голову морочишь? У нее мутизм. Что? Мутизм, она не разговаривает. Да не мутит ее, с ней все в порядке. Ира! Вот, пожалуйста. Ира! Что ты сказала? А ну, повтори. Ты же не умрешь? Нет, солнышко. Погодите. Подождите. Кира Петровна, я вас... Вы еще в больнице? Спасибо.